Так, начинается вторая часть, точнее, продолжается РТЛ Биатлон, и начинается вторая часть. Начинать мы ее будем со стрельбы. Сегодня ужасно сильный ветер. Опа, не на ту кнопку нажал. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, в цель. Там габарит, я думаю, прошел. Да, вообще попадаем. Но я сейчас не то чтобы выцеливаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, попали. Хорошо. Два промаха в сумме три штрафных круга. Да. Не очень хорошо все получилось, но я думаю, за счет скорости, но мы должны попасть в тройку, там, мне кажется, точно. Это юниор, и я здесь могу. Вот, смотрите, я на штрафном кругу. Па! Опа! Са-са-са-с! Вот это вот я не ожидал, не пойму. Еще круг, оказывается, ёлы-палы, да. Сегодня у меня раскоординация вообще ничего, да. Извините меня. Сегодня с таким я хорошим, я думаю, сегодня мне не заслужить положительных комментариев, но, пожалуйста, не пишите, что я нуб. Но реально, сам не пойму, что со мной произошло. Сегодня World of Tanks попытаюсь реабилитироваться. Так, ну и вот, ну и вот. И 40 секунд отставание, да. За счет плохой стрельбы большое отставание я себе наиграл сегодня, да. Ну вот, будем учиться на своих же ошибках. В Австрии, но нам не повезло. Вчера еле-еле выкарабкали победу. Сегодня вообще ничего сделать не смогли. Ну, конечно, я сейчас даже не отыгрываю. Я иду в один ход с лидерами. Конечно, я очень долго стрелял в стойку. Потом допустил громаднейшую ошибку по прохождению штрафных кругов. Да. В общем, я сегодня ужасно все сделал. Ну, значит, но что уже сделано? Я сейчас не буду. Конечно, вы можете сказать то, что вот ты мог второй дубль снять, но это будет нечестно, согласитесь. Смысл того, что я выиграю, я снимаю видео вам, чтобы посмотрели их вы, а не чтобы вы посмотрели, конечно. Вы опа, как в текстурках поехал финиш, да. Ну, не очень должен быть доволен. Да, видно, что Антон Шипулин недоволен. А, нет, доволен, но, видимо, в тройку попал. Да, на третьем месте могли бы, если бы постарались бы. Но смотрите, как при сильном ветре стреляют люди. Два круга, два, три, ну-ка. Боюсь предположить, но, может, никто 10 промахов-то и не допустил. Никто их не допустил, офигеть! Что это такое? Не может быть! Да, сегодня как-то все очень хорошо отстрелялись, кроме меня. Но я установил лучшее время, что? Непонятно сегодня с Тимкой, я вообще только третье время, по идее, мог установить. Бронза на Кубке юниоров получим, выигран очков лиги, выигран очков опыта. Ну, на следующий раз мы перейдем на следующий уровень. Но мы продолжаем увереннейшим образом лидировать. Да. Конечно, я сегодня очень раздосадован. Но очень недоволен я. Хотя написано сильный ветер. Как? Когда был слабый ветер, все меньше двух включительно не могли делать. Сегодня вдруг сильный ветер, и все сразу же
начали попадать. Ну, это, конечно, непонятно. Я не понимаю, что такое случилось. Ну, ладно уж. Всем спасибо за внимание. С вами был Ром. Видео понравилось, хоть на ужаснейший результат. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.